Сегодня у дома номер 6 по улице Плеханова состоялось торжественное открытие мемориальной доски нашему земляку, астроному-любителю Сергею Антоновичу Спасскому. В этом году ему исполнилось бы 90 лет. Добрые слова сказаны в адрес этого уникального, пронесшего через всю свою жизнь увлеченной звездами человека. Все подробности в сюжете. На одной из старинных улочек Мурома стоит ветхий деревянный домик. Кто бы мог подумать, что полвека назад здесь жил уникальный человек, прославивший Муром – Сергей Антонович Спасский. В этом доме астроном-любитель прожил с 1928 по 1962 годы. Здесь же было положено начало строительству его детища – астрономическая обсерватория ОСИС Александра и Сергея Спасских «Изба». И во всем помогала ему она – вместе с остальными звездами изучаемого им небосвода, главной путеводной звездой его жизни была жена Александра Григорьевна Спасская. Он начал строить здесь, вот в собственном доме, на сарае, обсерваторию. Это мальчишка уже 15-14 лет. Но ведь для этого были надо и средства, и все, где чего взять. Они, будучи вот соседями, с друзьями, с его товарищами, на реке ловили доски, бревнышки, собирали кирпичи, таскали сюда для строительства. В наши дни в этом доме живет сестра Сергея Антоновича, Нина Антоновна. Осознание того, что Сережа свяжет свою жизнь со звездами, во многом заложил отец, говорит женщина. Семью Спасских еще называли «читающая семья». Отец был переплетчик, он тоже во многом помогал, он никогда ему ни в чем не отказывал. Угу. Поэтому так все и получилось, что он и выдвинулся, и как бы свое дело сделал. На открытии мемориальной доски добрые слова были сказаны в адрес этого уникального, пронесшего через всю свою жизнь увлеченной звездами человека. Мечта прошла даже через пекло войны, а его слова всегда шли бок о бок с делом, говорят те, кому посчастливилось знать Сергея Антоновича. То дело, которым занимался Сергей Антонович Спасский, я считаю, это великое дело. Он своим интересом, своим удивительным трудолюбием, а когда я оказалась в доме у Сергея Антоновича и у Александра Григорьевича, я была потрясена удивительной чистотой. Я знаю, сейчас на благотворительность не найдешь рубля, а тут за свои собственные деньги построить обсерваторию, объездить пол Европы во время войны и пол мира после войны, и все свою цель, своей целью ставить именно строительство этой обсерватории, чтобы взглянуть вот на это ночное небо, на эти звезды, на этот дальний от нас мир. Теперь частица памяти об увлеченном мечтой человеке будет на этом доме – мемориальная доска. Каждый проходящий по одной из старинных улочек нашего города сможет еще раз отдать дань памяти влюбленному в небо, солдату из Мурома, увлеченному звездами Сергею Антоновичу Спасскому. Регина Рукавишникова, Александр Ерофеев, телекомпания «Муромский меридиан».